Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хотела рассказать вам о натуральных растительных красках для волос. Существует два типа красок для волос. Это порошковые краски и готовые к применению краски в тюбиках. Порошковые краски необходимо разбавить теплой водой до соответствующей консистенции, которая вам подходит, а затем наносить на волос. Перед тем, как наносить краску, необходимо помыть волосы шампунем, желательно натуральным, без силикона, для того, чтобы краска более долгое время оставалась на волосах. После того, как вы покрасили свои волосы, нужно смыть краску под проточной водой и на 2-3 минуты нанести кондиционер для волос или же ополаскиватель. Смыв ополаскиватель или кондиционер под проточной водой, можно просушить волосы, укладывать их феном и моделировать по своему настроению, по своему желанию. Надеюсь, это видео было кому-то полезным. Спасибо за просмотр. Пока!